Здарова, чуваки, с вами Салливан. Сегодня я расскажу вам истории своей жизни, и надеюсь, они чему-то вас научат, и вам будет интересно. А перед началом этого ролика я прошу тебя, да, именно тебя, подписаться на мой канал, потому что я очень стараюсь. Первая моя история будет о том, как делать не надо, хотя все мои истории сегодня, наверное, будут о том, как делать не надо. Итак, она будет о том, как я проник на чужую вечеринку в чужой школе. Так делать не следует, потому что вы можете получить пизду, как я тогда. У меня был друг, и когда мы гуляли вечером на Новый год, он предложил пойти на его вечеринку в школе, но я такой думаю, ну окей. Хотя как бы я такими вещами редко занимаюсь, потому что я слишком сыкло, чтобы так делать. Но ему было норм. И важное примечание, он намного выше меня, и я выгляжу просто как какой-то гном по сравнению с ним. И он сказал охраннику, что я младший брат, и нас спокойно пропустили. Я просто охуела тогда от жизни, типа, мне скоро 18, я выгляжу на 13 лет. Тогда я был в Кигуруми Пикачу, и я, типа, спокойно влился в обстановку, и никто не заметил, что я какой-то левый чувак вообще. И мы зашли в зал, и там закрыли двери, вырубили свет, началась эта тусня. Она продлилась где-то полчаса, и потом заходит директор, врубает свет, выключает музыку и говорят: «Идите двое сюда». И я понимаю, что мне понимаете, я вот это выхожу и понимаю, что если училки из моей школы или мои одноклассники узнают, что типа я зашел в чужую школу и проник на чужую тусу, то это будет стрёмно, и меня будут еще больше чморить, потому что, ну... И нас, короче, поругали, и по-быстрому оттуда свалили, и, ребят, реально, не делайте так, потому что за такое можно реально получить пиздюлей, и огребать придется долго. К несчастью для меня, правосудие случилось в тот же день. Я провожала своего друга до дома, а живет он, ну, скажем так, на другой стороне города, если так можно сказать. Я не знаю, как это объяснить, боже. Это, короче... Уронил сценарий, попугай и испугался, пиздец. При съемке этого видео ни один попугай не пострадал, но я, к сожалению, не попугай, и в своей истории я пострадал. Я потерялся, было холодно, дул ветер, уже темно, маршрутки уже не ходят. Я истерю, потому что не могу выйти на остановку, там какой-то просто лабиринт, блин, из улиц. Но в итоге я позвонил своему другу, он меня нашел, показал, куда идти. И все закончилось хэппи-эндом, но, знаете, это реально был очень сильный стресс. Черт, мне грустно, потому что не знаю, вот когда я рассказываю кому-то эти истории, прям такой эмоциональный, а на камеру я еще немножко боюсь говорить, и поэтому получается примерно так, как вы видите. И знаете, я хочу сказать еще, что с этим человеком я перестала общаться из-за того, что мне сказали, что он говорит про меня гадости, но я не проверила это сам и кинула человека. Сейчас я понимаю, что это довольно... по-детски, потому что потом были обиды, всякие мести, хуемести. Надо проверять своими мозгами, а не верить тому, что говорит кто-то. И знаете, да, я поступил был дебилом, раз поверил в то, что сказал кто-то про человека, с которым дружил я. И сейчас я бы так никогда не сделал, хотя у меня нет друзей. На этом можно и закончить эту мораль, надеюсь, вы поняли. И я рад, что сейчас я не такой, как 3 года назад, и сейчас я с мозгами, и теперь я проверяю людей, и проверяю то, что они делают, и не кидаю их только потому, что кто-то про них что-то сказал. И да, вот наглядный пример того, что я тоже косячный, и я это признаю, потому что нет идеальных людей. Но знаете, самое грустное то, что все мои бывшие друзья поверили в то, что сказала моя бывшая им, и в итоге я получил... нехилый такой удар в спину, потому что, блядь, людям промыли мозги. Но, понимаете, меня убивает тот факт, что даже с хейтером была одна девочка, которая меня стала хейтерить, потому что мы с ней поссорились, ей промыли вот мозги, как мне в той ситуации. И я случайно наткнулся на нее в жизни, она просто охуела, потому что я сразу подбежал, такой, типа, чувак, тебе промыли мозги. И, знаете, это наглядный пример, что не надо верить слухам, надо проверять людей самим. Не надо, блядь, просто брать чужое мнение за истину и, сука, в него свято верить, потому что люди в разных ситуациях поступают по-разному. И понимаете, вот, к примеру, если у вас есть какой-то близкий человек, и кто-то вам говорит, что он поступил как мудак, и вот рассказывает ситуацию, вы реально такие, не понимаете, типа, как он мог так поступить?
Так, сука, выясните это у него, спросите у него, блядь, про ситуацию, потому что каждый человек видит ситуацию по-своему. И то, что с одного взгляда это выглядит, как будто человек реально мудак, это да, но будьте умнее, пожалуйста, не будьте мной из 16-го года, пожалуйста. Понимаете, скоро мне 18 лет, и вот за все это время я понял, что надо думать своей башкой. Раз. Два. Ссоры, которые были у меня, это реально какая-то детская хуйня. Просто такие детские обиды, которые легко можно было решить. Сейчас я другой, и если у меня возникают какие-то конфликты, я их стараюсь решать. Есть, конечно, особые случаи, где конфликт реально невозможно решить, и лучший способ просто забить и свалить, потому что если человек сам не хочет решить этот конфликт, который у вас произошел, то ну нахер, не тратьте на него нервы, блядь, и время, потому что человек не хочет, то вы не решить. Вы можете, блядь, годами, как я, блядь, пытаться решить какую-то а в итоге, блядь, все равно получить, скажем так, по ебалу. И это реальный опыт, поэтому, ребят, если человек не хочет решать конфликты, то бегите. И знаете, вот, когда я был мелкий, скажем так, я был пиздец какой наивный, потому что я начал дружить с людьми реальными только в 16-м году. И, естественно, я нихера не знал, нихера не умел, просто думал, что можно слепо всем доверять. И это сыграло со мной злую шутку, когда я пошел со своей однокурсницей. Она тоже была моей подругой, назовем ее Лиса. Мы пошли, короче, на заброшку и подружились там с тремя людьми. Ну, естественно, я думала, что пообщаться одну минуту — это дружить, но потому что я был с приветом. Тогда я с собой взял свой фурсьют, это был такой серый дракоша. И я думала, типа, ну, погуляю по заброшке, там пофоткаемся, пойдем потом гулять. Ну, эти чуваки, короче, такие, типа, пошлите с нами. Но я думаю, ну, почему бы и нет? Одеваю башку, короче, иду с ними. Потом мы вышли на территорию школы. Точнее, как, там просто дорога была, она, получается, была мимо школы. Эта школа находилась в таких ебенях, что там реально, походу, учились животные. Потому что, когда я шел мимо, они подбежали и начали меня бить. Ногами, руками, по лицу, в живот. И я им, как бы, пытаюсь кричать, типа, ребят, что вы делаете, блядь? Камон, я, типа, живой человек. А эти чуваки, с которыми я, типа, дружил, они тупо сваливают. И, типа, меня пытаются защитить Лиса. Эти пиздюки маленькие меня бьют. Мы отбегаем в стороны, снимаю башку, у меня просто начинается истерика. А те чуваки, с которыми мы якобы гуляли, они просто такие стоят вдалеке, такие машут рукой, типа, идите сюда, все хорошо. Просто идите, пошлите дальше гулять. Типа, вам ничего, что человека сейчас при вас побили, блядь? А вы, суки, отошли в сторону и даже не помогли. Как бы никто не обязан помогать, но, понимаете, такое поведение, оно, блядь, неадекватное. Тем более у маленьких детей. И в итоге я просто упала на колени, у меня случилась истерика. Я, сука, до сих пор, помню, я сижу на том асфальте, и мне Лиса говорит, типа, если ты хочешь плакать, то можешь поплакать. Но я не поплакал, я поплакал дома. И я не спорю, никто не обязан за меня заступаться, просто я такой человек, что если бы со мной такая ситуация произошла, и я бы был одним из тех чуваков, которые вот гуляли с нами, я бы заступился, ну, то я понимаю, что если человека просто так без причин пиздят, то надо заступиться. Но тогда я был глупенький, думал, что мои друзья меня кинули, они еще пока потом написали, что типа, чувак, почему за нами не пошли? Но, типа, они все это наблюдали, и как бы логично, почему я не пошел, потому что меня побили. Но в любом случае, это очень грустная история. И хочу сказать вам, чтобы вы не доверяли всем подряд и не были мной вот из того года, который просто доверял всему, потом разочаровался и плакал. А были ли у вас подобные ситуации? Предавали ли вас? Напишите об этом в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Знаете, тогда я бы не смог никогда подумать и допустить в голову мысль, что я стану другим человеком, но теперь я реально другой, у меня, по сути, нет друзей, но то, почему у меня нет друзей, это уже тема для отдельного видоса, и, возможно, когда-нибудь я его выпущу. И на этом я завершаю это видео, всем пока!